Всем привет! Вот записываю эстафету. Эстафету мне передала Женечка, веселая семейка Яко. Им большой-большой привет от меня. Это эстафета называется «Если с другом вышел путь». Вот. Первый вопрос. История вашего имени. И кто вас так назвал? Ну, я звонила маме и поинтересовалась, почему они меня назвали Галина. Мама говорит, что честь с крестной меня назвали Галина. Она была Галина, вот, ее честь нее меня назвали. Была темненькая родилась, я говорю, темненькая. Ну, вот так и назвали Галина. Так, второй вопрос. Когда у вас день рождения? Родилась я 23 ноября 1972 года. Третий вопрос. Из какого вы города? И расскажите о нем. Ну, в городе я не живу, я живу в селе. Ульческое село. Ульческом районе, Ульческое село, село Булава. А что у нас в Булаве? Раньше был леспромхоз у нас был, пекарня была, прям хлеб пекли, даже с Богородска приезжали, у нас хлеб покупали. Вкусный хлеб был. Вот. Школа у нас 11-летка. Вот. Что еще у нас? Ну, когда-то был у нас здесь интернат. Вот. Дети из других сел приезжали, жили в интернате, учились в нашей школе. Сейчас этот интернат нету, его, как сказать. Ну, это было при СССР. Вот. Ну и все. ЖКХ у нас. Больше особо... А музей у нас, музей есть. Музей забыла, как я так забыла. Музей у нас, Ульческий музей. Вот. Когда-нибудь схожу, я поснимаю и вам покажу наш музей. Вот. Национальный музей. Именно Ульчи. Там предки. Ихние изделия, халаты там. Вот. Так, что еще-то? Пятый вопрос. Были вы за границей и где? Ну, была я за границей в Китае. В 2009 году ездила с сыном младшим. Ездили мы отдыхать с ним. Я уже не помню, как назывался этот город. Не помню я. Вот. Были только там, а больше я не ездила никуда. И сейчас у меня загранпаспорт просроченный. Ну, на будущее не собираюсь пока съехать никуда. Но если соберусь, то сделаю паспорт. Ну, а сейчас он у меня просроченный, он лежит. Так, что еще? Так, шестой вопрос. Скрытые таланты и увлечения. Ну, скрытые таланты у меня вышивание рыбьей кожи. На рыбьей коже вышиваешь. Тонкая работа. Вот. Резьбой занималась по дереву. Делала фигурки, делала лица, вырезала. Вот. Лица вот такие вот маленькие. Маленькие-маленькие лица вырезала. Ну, что еще? Что еще у меня? Скрытые таланты. Может быть, еще что-то умею, не знаю. Вот. Ну. Увлечение у меня. Мне нравится рыбачить. На спиннинге или на закидушке. Вот.
жила я когда на берегу, я каждый день выходила, ну, это летний период, выходила и рыбачила. Касатки, плеть ловилась, что еще там, сом попадался, котов кормила. Вот, каждый день бегала. А сейчас переехала подальше от берега и уже редко. Ну, сейчас на машине буду, может быть, ездить на берег. Ну, рыбачить. Так. Ну, вот такие вроде бы у меня увлечения. Ну, еще хочу я, как бы сказать, научиться сварочным аппаратом работать. Прям мечта у меня. Хочу что-нибудь себе сварить из железа, что-нибудь такое. Не знаю, конечно, дурацкая мечта, но она мне вообще, я хочу сильно. Вот. Так, седьмой вопрос. Чего вы боитесь? Чего я боюсь? Последнее время, скорее всего, смерти. Что есть мысли такие о смерти, что не успею что-то дела доделать. Вот. И это ваш. И что еще там? И ваши страхи. Что вы боитесь, и ваши страхи. Боюсь за родителей. Очень сильно боюсь их потерять. Вот. Детей своих. Вот только вот этот, вот эти страхи. Мне кажется, они у людей, у всех такие страхи. Так, восьмой вопрос. Какая у вас любимая процедура по уходу за собой? Ну, это у нас только баня. В деревне у нас никаких здесь процедур нету, салонов нету. Вот. Даже у нас парикмахера нету. Посмотрите, я вон. А, кстати, вот я забыла сказать, у меня тоже вот скрытые таланты, как говорится. Я еще парикмахер в душе. Стригу. Но сама, как сказать, сама я себя раньше стригла, а сейчас не могу стричь себя. Вот закалываю, хвостик отрастила. Съезжу как-нибудь Богородцу, подруга у меня стригет. Вот, попрошу, чтобы постригла меня. Почему я не крашусь? Волосы очень сильно лезут от краски. Постоянно краситься, я решила отдохнуть. Отдохну и потом начну заново краситься. Ну вот такие у нас процедуры. Это только баня у нас в деревне. Так, девятый вопрос. Кто вы по гороскопу и знак зодиака? По гороскопу я год крысы родилась, а в год, ой, не в год, и в месяц я стрелец. Вот такие вот знаки у меня. Так, десятый вопрос. Что вы больше цените в людях? Ну, конечно, я ценю юмор, открытость и надежность. Вот. Три наименования, что я ценю в людях. Ну вот, ответила на все 10 вопросов. Кому я хочу передать эстафету? Легкое платье и дневник швеи Насти. Я когда ее видео смотрю, смотрю, как она шьет свои изделия. Просто, знаете, красота, неописуемая красота. Ободки какие она красивые делает. Платья у нее такие прям весенние, летние варианты.
Ну, очень красиво, ну, очень прям красиво. Я прям в восторге. И как она снимает. Вот. Зайдите к ней, посмотрите. Очень красиво снимает. Вот. Второй канал — «Гараж Матроскина». Тоже мне очень нравится этот канал. У них есть собачка Бим. Они его взяли с приюта. И этот Бим у них с ними везде. Вот. Сыном они в гараже самодельничают, что-нибудь да делают. Так что зайдите, посмотрите на этот канал. Вот, третий канал — Светлана 01. Она вышивает, машинка вышивает рисунки. Но так быстро, так шустро вышивает. Я, конечно, так... Я как-то пробовала, но у меня не получилось. Это не мое. Прям вот, например, полотенце там набивает она рисунки. Они так быстро оживают. Вот. Очень красиво. Так что зайдите туда, тоже посмотрите. Вот троим каналам я оставила... Ой, оставила, передала эстафету. Ссылки под видео оставлю. Так что всем пока. До новых встреч.